Шо, играешь в GTA Online и мечтаешь вот об этом? А чтоб еще вот этого было миллионы? Тогда заходи ко мне на ферму, там мы подоим тебе денег в карман, причем по доступным ценам. Просто как самолет, если сейчас поставить крылья, то мы просто улетим, друзья! Друзья, всем здорово, с вами Кузака и Проликс в виде Лестера. Всем здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня у нас новое опупенное шоу, задание от Лестера. Да-да-да. В общем-то, Лестер сегодня подготовил для меня из интернета 5 тачек. И мы узнаем, правда ли они там стоят или нет. У нас всего будет 10 минут, чтобы разъездить по всему городу, а иначе нас догонят копы и просто арестуют. Лестер, дядюшка, я надеюсь, что... Да-да-да, твои... будешь арестантом. Это тоже, потому что мы едем сегодня с тобой вместе на твоей разваленной машине. А всю вину я на тебя просто скину. Ну, посмотрим, посмотрим. Время уже пошло, а глаза так и разбегаются, куда ехать. Но вот вижу первый скрин, ты мне отправил как раз-таки вот эту машину, Volkswagen Polo. Давай проверим, стоит ли она у нас там или нет. Я, кажется, знаю, что это за место сразу у нас. Это где-то в водоканалах. Как только нам туда спуститься. Мой старичок-программист, извини за то, что я разбил что твою машину. Что ты машину ломаешь? Ну ничего, ничего. Если мы сегодня с тобой найдем много тачек, то ты сегодня уедешь на чем-нибудь более крутом. По-моему, здесь где-то можно спуститься вниз и найти как раз-таки машинку. В этих водоканалах хрен найдешь. Может быть, ее вообще нет. Во! Вот она стоит! Так, Лестер, по-моему, у нас новая находочка. Ты куда вылез? Долбанный программист. Давай садись в свою машину, а я поеду на этой. Нужно сейчас найти ближайший Лос-Сантос Кастомс. Блин, у меня ничего не отображается еще на карте. Жесть какая. И отвезти ее, чтобы ее починили. А мою машину чинить кто будет? Да потом починим, если продадим вот это все. Ты прикинь, что будет. Полторы минуты прошло, и мне нужно найти... Какой полторы минуты? 2.5 прошло. Полторы, говорю. Я сейчас еду к Лос-Сантос Кастомсу. Хочу поставить на ремонт Volkswagen свой. Вроде бы, как правильно еду? У нас Лос-Сантос Кастомс здесь. Ты давай, Лестер, подъезжай ко мне тоже, потому что сейчас дальше поедем искать тачки. Я вот уже у Лос-Сантос Кастомса. Да? Ну давай тогда. Отлично, вот, одна тачка у нас есть. Надо еще найти. А их там целых 5 штук. Ну, я по крайней мере на это надеюсь. Там же могут, наверное, эти тачки не стоять. Ведь так, Лестер? Конечно. Конечно. Меня особо радует. Дальше BMW. И она, кстати, очень сильно рядом. Время тик-так, Лестер. Давай протри свои очочки. В дрифте мы сейчас поедем угонять вот эту большую BMW, которая там стоит. i8, по-моему, либо какая, не знаю что. Я сегодня без очков это не заметил. Ну, у тебя линзы, видимо, да, там, получается, стоят? Получается. Так, хорошо, хорошо, Лестер. Тогда смотри в оба, если у тебя все хорошо. И где-то здесь эта штука, где тут бульвар был, китайский переулок, где-то здесь, я помню, помню, помню. Но найти его проблема. Ага, все, я понял где, все, я вспомнил по этой карте, вот он, и там 100% она стоит. Я надеюсь, по крайней мере, пожалуйста, пожалуйста, да, да, ее никто не угнал, ты смотри, стоит. А ее, по-моему, никто и не угонит, смотри, как она дымит. Офигеть! Ну... Чё эти мажоры себе позволяют так кататься на таких дорогих автомобилях? Она хоть едет? Ну, вроде ползет, вроде ползет. Так, люди, посторонитесь, посторонитесь! Чё ты всех давишь-то? Чё, Лестер, говоришь? Чё ты давишь всех? Сам ты всех давишь, я вообще-то проехал нормально. Очкобус. Капец, она вся трещит. Лестер, ты какой-то вообще недовольный жизнью, мне кажется. Я сейчас BMW нашел, а ты, блин, не рад за меня. Так ты мою машину разбил. У тебя смотри, какая машина может быть. Чё тебе твоя Азия это? И чё ты вообще со мной поехал? На чём сейчас мы поедем тачку-то воровать? Блин, вызывай такси скорее. Ой-ой-ой. Следующая машина какая-то красная, вроде... Корвет, кабриолет стоит прямо возле казино. Лестер, давай погнали. Поехали. На твоей бедрине. Капец, блин. А её починить тоже нужно будет. Я не знаю, как мы сейчас на ней доедем. У неё просто сход и развал весь развален. А ты сам это всё сломал. Сам ты все сломал, и твоя машина, у меня вообще нету на нее доверенности, между прочим. Где-то здесь проехать к этому казино, если мы сейчас еще и корвет с тобой возьмем, то это вообще просто будет пушка. Но у нас время уже просто исходит. Так, мы вот подъехали к казино.
О. Ага. И что-то, по-моему, мы Бибу сосем. А как так? И у нас осталось две машины. Одна, офигеть, стоит на заводе, это какой-то большой суперкар, блин. Он тоже разбитый, вижу. Тоже разбитый. И еще какая-то в городе стоит прямо на трамплине на парковке. Сразу узнаю это место. Но, блин, там какая-то вообще Кия, что ли, стоит. Я хочу себе суперкарик. Хоть он далеко стоит где-то за городом, но поехали туда. Время тик-так, просто тик-тик. Погнали. Погнали, погнали, Лестер. Блин, если мы сейчас нарвемся с тобой на какой-то там огромный, мощный суперкар, дорогой, то мы с тобой миллионеры. Ты понимаешь mm-hmm. это? Твоя машина сегодня раздолбанная будет. Угу. Вообще ни о чем по сравнению с этим суперкаром. Шашкуем, шашкуем, шашкуем. Вот так вот. Лестер, смотри. Вот так вот умею я. Офигенно. 340 выжила твоя сказочка. Может быть, мы ее тебе оставим все-таки? Конечно. Тихо. Где этот завод был? Совсем что-то не припоминаю. По-моему, я неправильно еду. Или правильно. Баты нет, сраные. Он с той стороны этот завод. Помню. Давай по ЖД прямо и поедем. Она на ЖД стоит. А, вот он завод. Там у него свой ЖД получается. Время просто заканчивается, друзья. Нужно успевать. Господи, главное, чтобы твоя тарантайка выжила. И мы доедем сейчас, спустимся. Не надо тут. В смысле не надо тут? Нормально. Ну не тарантайка, нормальная машина. Нормальная. Хорошо сегодня, если доедем на ней. Так. И где? Я не ви... А, вот она! Вот она стоит! Офигеть, реально суперкар какой-то! Макларен, что ли? Нифига! Что-то на нем здесь кто-то тоже погонял по кочкам, видимо. Ладно, тогда оставим здесь твою эту Азию. Она уже не едет, нифига. Поехали тогда вдвоем до города. Да ладно, не беспокойся, Лестер. Все хорошо будет. У нас время 1 минута. Успеем на ней доехать до города и взять еще Кию или нет? Вот в чем вопрос, вот в чем дилемма, друзья. Ну, протестим. Вроде едет. 200 разгоняет. Очень хорошо! Ой, это было больно. Ну ничего. Капец. Нет, сход-развал уже развален. Все заносится у него. Но едет. 350 берем рубеж. Я надеюсь, мы успеем до города доехать. Нужно успеть в Лос-Антос Кастомс доехать. Так что, наверное, пофиг на Кию, которая там стоит на трамплине. Не знаю даже... Друзья, просто убитый в хлам. Ладно, мы почти доехали до Лос-Антос Кастомса. Остались считанные метры. Так, он не здесь. А где он? Быстро думай, Лестер. Где он? Он здесь. Не знаю. Отлично, успеваем. Давай. Ну, я думаю, что мы успели. У меня в любом случае прозвенело это все дело. Но мы вот они, все. Да ладно. Ух, 3 тачки того у нас есть. Ух. Ну что ж, вот и починили наших красоток, вы только посмотрите теперь, какие Вау. Они стали, ну просто как завода. Дядя Ахмед делает то, что нужно. Вот такой вот Volkswagen Golf у нас, давай посмотрим вообще, что это за агрегат. Офигеть. Сядем в него, посмотрим, как там в салончике дела. Ой-ой-ой-ой-ой, ну просто Нифига. Все по ГОСТу, да. А я тебе говорил, Лестер, что это не то, что твоя дребудень, ха-ха. Давай прокатимся, посмотрим, с какой скоростью он поедет у нас. Вот мы и выехали с дядей Лестером на прогулочку. Что ж, дядя Ахмед сказал, что поставили супер какой-то движок. Так что давай я гашаточку в пол нажимаю, смотри, как стартует. Офигеть! Вообще, Лестер, ты там смотри, не обосрись от такой скорости. А то старичок ты уже совсем. Я сам постараюсь не обкакаться, офигеть! Шашечки творим! Гофь просто имба! Чё, Лестер, ты там заглотил, да? Я тоже заглотил, Лестер, офигеть, уже мчимся 500 километров в час. Кажись, я обосрался. Я, кажись, тоже, Лестер. Просто жесть. Лестер, выходи давай. У нас на очереди еще одна машина. Смотри, у нас на очереди BMW i8. Она, по-моему, вообще на электродвигателе, если я не... Хотя нет, она вроде на бензине у нас.
Ладно, ты садись давай на пассажирское, сейчас прокатимся, посмотрим на ее скоростные данные тоже. Давай, давай. Ты посмотри, зацени на этот салон, насколько здесь все вообще футуристично сделано. Второй подбородок, блин, отрастил, жирная морда, программистская вообще. Сейчас я тебе покажу, как надо худеть. Такие скорости. Сейчас ты сам охренеешь от этой машины. В базаре тут, блин, сидит. Что ж, Лестер, готов ты сегодня ожирение свое сбавить? Конечно. Ну всегда вот. Готов. Так что пристегни второй ремень. Кузака начинает шаховать. Шашковать, да. Она шашковать. Держит, она держит дорогу вообще. По сравнению с тем, что было, она просто имба. Так, чуть-чуть помялись, ну ладно. Газ вперед, газ вперед. Развиваем сейчас 300 километров в час. Лестер, как ты там? Да я обозрался. Так хорошо, я тоже, кажись. 400, потому что уже летим. Офигеть, вот эта машина. Чего? Кого? Что там дядя Ахмед вообще поставил? А-а-а, тихо, тихо, держит, держит, держит дорогу. В-12 тут, наверное, стоит. А-а-а, В-60. Не хочешь? Хочу. Все, я торможу, торможусь, торможусь, оттормаживаюсь. Друзья, если что, BMW это просто пушка. Но у нас остался еще более быстрый агрегат. Так, дядя Лестер, остался у нас... Это что у нас, Макларен, не знаешь? Вроде да. Вроде бы да. Вот это вообще солидная пушка. Вы посмотрите, как она сделана. Да-да-да, Макларен сзади написано. Господи, насколько это четкая машина. Какие колесики у нее огромные. Дядя Лестер уже решил затянуться на ней по полной. Вот завел двигатель у нас. Ну ничего, ничего, дядя Лестер. Не только можно... Не только за компом можете сидеть, как я понял. Ладно, давай садимся, посмотрим, что там у нас в салоне. Конечно. Офигеть, как здесь все сделано, какая-то такая ткань у нас дорогая. Ой-ой-ой, вообще то, что надо. Что смотришь на меня? Большая. Такая. Сука, рожа сидит. Жирная. Колени свои поджал. Я угораю. Ладно, дядя Лестер, ты это... Нормально, сейчас проедемся, хорошо будет. Вот мы выехали с Лестером на главное шоссе. Я нажимаю тапочку в пол, все, летим. Только здесь трафик, надо быть поаккуратнее чуть-чуть. Да. Как ты думаешь, Лестер, нам побыстрее она, чем та тачка Бэха, которая была у нас? Ракета. Я тоже так думаю. А, жесть, тормозов, правда, что-то Ахмед вообще не завез. Ладно, поедем тогда иди по встречке. Жесть, ну вроде пережила удар, все так же тянет. Возвращаемся на свою полосу и давай разгоним ее. У нас рекорд был на BMW 450 километров. Побьет ли эта машина этот рекорд? Уже 430 побьет, летит. Побьет 460, офигеть, просто как самолет. Если сейчас поставить крылья, то мы просто улетим, друзья. 500. Офигеть, вот эта скорость. Лестер, ты жив? Ну, почти, правда, я обозрался. Дай посмотрю на твое личико. Чё, в ухо что-то село тебе? Все нормально, да? Ну, по-моему, все, мы, Лестер, с тобой приплыли. Машина-то не заводится. Походу, да. А мы с тобой посреди пустыни остались. Так что, ты это, оставайся тут, а я побежал. У меня-то физуха будет побольше. Стой! Все, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами были Кузака и Проликс. Козел. В роли Лестера. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.